Дальний свет. Моргай. Исправность светового оборудования, наличие на каждом сиденье рабочих ремней безопасности, оснащенность средствами пожаротушения – все это залог безопасности школьников, которых с начала учебного года начнут перевозить эти автобусы по нашему городу. Подобный специализированный транспорт изначально выпускается с ограничителями скорости и тахографами, которые регистрируют скорость движения, режим труда и отдыха водителей. Ну а сегодня задача сотрудников госавтоинспекции, Ространснадзора и прокуратуры – проверить исправность всех систем. Что проверяется? Это техническое состояние этих автобусов, оснащенность их, документация необходимая. В частности, у водителя смотрится водительское удостоверение, на соответствующие категории наличия, наличие лишений права управления транспортным средством. Также смотрится наличие полисов ОСАГО. Наличие тахографов. Также проверяется исправность громкоговорящих устройств. Звук в салоне. Раз, 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 два, три. Хорошо. Кстати, громкоговорящие устройства в школьных автобусах установлены не только в салоне, но и вне его. Это делается для того, чтобы водитель мог предупредить вышедших на улицу уже школьников о опасности, которых может подстерегать. По итогам проверки было установлено, что в целом автобусы готовы к трудовым школьным будням. Проверяющие выявили небольшие неисправности, которые были устранены на месте.